Всем добрый, прекрасный день. Вы у нас на канале, в нашем царстве, государстве наших хвостиков. В моем домашнем питомнике Elite Pets, город Евпатория, владелица этих прекрасных деток Наталья. Так, что хочу сказать. Детки мои бегали, прыгали, гуляли. И, конечно же, вот колтунимся, где-то запутываемся, где-то нужно подстригать вот эти вот лапочки, ушки. В общем, досмотр и уход должен быть всегда. Так, сейчас я вам покажу, помощники у меня там есть, да? Так, не трогай, солнышко, не трогай. Покажу вам вот этого прекрасного мальчишечку. Мальчишечка, шоколадный йорк, мальчик по имени Принц. Вот такой прекрасный мальчишечка в окрасе шоколад, горький шоколад без подпала. Вот такой замечательный мальчик. У него шоколадный носик и прекрасные глазочки цвета. Цвета, прекрасного цвета, да, карего цвета. Вот такой замечательный мальчоночек сейчас будет у меня здесь на процедурках таких, да, по уходу. Ну, вот туда, смотрю, позаколтунились, бегали, играли, конечно же, а что делать? Эти ребятки тут мне, вот видите, помогают и помогают, двигают и двигают, вот эти красотульки мои. Так, Принц прекрасно настроен на красоту, да, мой золотой. Вот так вот мы уже отрастают волосики сверху. Ушечки я уже подстригла, вот, пожалуйста, вот такие прекрасные лысенькие домики, как я говорю. Так, здесь тоже уже все вот прям отрастает, так отрастает. И вот это вот все, конечно же, малышам мешает. Вот все, смотрит туда, потому что все бегают, да, им несколько же нужно. Так, расчесываю, где-то что-то прилипло, где-то чего-то там, скажи, навешали. И еда, да, может быть, и вода, и все что угодно. Так, как всегда, я беру вот этот гель и убираю ребяткам вот эти вот волосики наверх, да. Ну, потому что делать резинку еще нет смысла. Она не держится, будет вот тут как единорог. Это тоже не пойдет. Да и она мешает им. Что там говорить? Детворе мешает. Им бы побегать, попрыгать. Поэтому резинка мешает. А волосы эти надо убрать. Ну вот, посмотрите. Совсем другое дело. Видно, глазки, ничего не лезет. Какое-то время оно прилипнутое, приглаженное и нормально. Вот, поэтому отлично, отличненько. Все. Так, с глазочками разобрались, с ушечками разобрались. Красотулик мой, мальчишечка, сразу буду рассказывать за него. Маленький, мини-малыш. Малыш, напомню, Принц. По кличке Принц, вот такого он шоколадного окраса. Окрас такой будет всегда, всю жизнь, без перецвета. Вот, да, немножко заколтунились, ничего, сейчас все исправим, да. Вот так расчесываем, ежедневно расчесываем, конечно же. Ну, во-первых, и щенячка вычесывается, во-вторых, и колтунчики, вот, смотрите, какой колтунчик вычесывается. В общем, уход, 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 должен быть уход. Так, нижние лапочки, задние лапочки я уже подстригла. Так, беру ножнички. Ножнички у меня очень острые, поэтому вы будьте всегда осторожны. Вижу, что тут немножко не достригла. Да, вот так ставлю и тихонечко, тихонечко еще обрезаю. Ну, потому что ножницы у меня острые, а ребятки шустрые. Вот. Ну, это, в принципе, не столь важно, да, ну, так я себе обрезаю, а потом ставлю и смотрю, что где нужно подправить, когда-то бегают они, я их раз быстренько на стол и подправила. Вот, передние лапки нужно обстригать, да, потому что они уже вот такие, как у Мишки. Во-первых, они мешают, во-вторых, я всегда подстригаю вот эти красивенные подушечки, пяточки, да,
Это все нужно обязательно обстричь. Делайте все, если вы делаете сами, очень осторожно. Собачка должна быть спокойной, должна быть в хорошем настроении. Все, вот, вот так. Раз, раз, раз. Немножко, немножко без фанатизма. Не надо ее дергать, собаку. Вот, они прекрасно себе стоят. Если нет настроения, все, отпускаем и продолжаем заниматься своими делами. Когда будет настроение у ребенка, тогда он вам спокойно, спокойно даст сделать все дела. Да, вот так, потихонечку, таким треугольничком обработали по кругу лапочку, ну, чтобы она не мешала. Мы же на улицу выходим, и там все липнет. Так, мусор убрали, и все. Вот такой прекрасный мальчишечка. Давай здесь что-то еще будем расчесывать. Так, вот так, вот так. Опа. Ах, скажи, хочу убежать. Да все же стоят вот тут внизу. И, наверное, там мысленно ему. Да пошли. Так, все. Мальчишечка готов. Мальчишечка предлагается в семью для души, для любви, для обожания, целования, обнимания, радости, счастья и удачи вашей семье. Домашним любимцем мальчик Мини. Мини-малыш. Стоимость мальчика 80 тысяч. Мальчишечка имеет документы, клеймо, полностью привит и, как видите, приучен всем процедурам. Вот он, кроха, вот на две ладошечки мои. Вот такой замечательный ребенок. А то можно даже вот в одну руку его поместить. Вот такой мальчишечка в окрасе горький шоколад. Ну, это вот свет светит, да, вообще вот его вот такой вот цвет. Вот он. Вот такой мальчишечка по имени Принц. Готов переехать в новую семью. Правда, готов. Привет, прошел карантинчик, все чудесно, все замечательно. Ну, и по характеру, как видите, в принципе, можно всегда договориться. Да, конечно, бежать нужно, скорей ко всем. Но достаточно спокойный, все понимает, все знает. Такой прекрасный принц ждет самую ответственную семью. Доставочка у нас есть в любую точку мира. Стоит только захотеть. И вот такое прекрасное маленькое чудо. Он маленький-маленький, легкий. Прям вот клубочек такой прекрасный. Малышек принц. Кого мальчик заинтересовал, пожалуйста, пишите вайбер, ватсап, телеграм, телефончик под видео. Все вопросики, пожалуйста, любые вопросы, просто любые. По стоимости, по доставке, по каким-то еще вопросикам, что у вас создалось, пожалуйста, вы пишите мне в личное сообщение. Либо можете просто позвонить. Принц в поиске мамочек и папочек. Классный мальчик. Вот такой мальчик в ладошку. Красотулик. Ждем вас, дорогие друзья.